тему сегодня представлял? Сегодня я рассказывал про Android TV Development и все связанное с этим. Ну, как все, в большей части. В чем была уникальность этой темы? Ну, я не сказал бы, что она была мега уникальна вообще, в принципе, если брать планету Земля, но, с другой стороны, это достаточно новый девайс, это новая операционная система. А сегодня я рассказывал еще о некоторых вещах из Android Preview N, версия, которая вышла буквально 3 недели тому назад. То есть, что там в ней все-таки уникальное было, да. Мы уже говорили сегодня о том, что мобильные технологии находятся в списке лидеров среди трендов мира IT. Как, по-твоему, это можно объяснить и какие перспективы? Как долго это еще будет продолжаться? Ну, все очень просто. Люди привыкли к определенному комфорту информационному в том числе. А мобилки, они как бы маленькие, они всегда с тобой. И, соответственно, увеличиваться они будут дальше и дальше и дальше, и больше и больше и больше. То есть мы будем уходить от больших PC к ноутбукам, мы давно уже это сделали. От ноутбуков мы будем переходить к планшетам, планшеты будут заменяться какими-то там фаблетами, часами, какими-то дополнительными гаджетами, умными пуговицами и так далее, и так далее, и так далее. В конечном итоге человек через 5 лет — это будет набор маленьких гаджетов. Набор маленьких гаджетов и весь облученный. Тема Android TV Development сегодня была не дебютной. Ты уже представлял эту тему на конференциях в Украине и за рубежом. И вот сегодня была очередь Воронежа. Есть с чем сравнивать? Насколько уже подготовлена аудитория к этому девайсу? Ну, на самом деле, судя по вопросам, интерес есть. Вопросы, они эволюционируют. Если, допустим, на первых конференциях это было вау, что это за фигня, то как бы сейчас есть люди, которые уже интересуются. Но все равно пока еще не так много людей, как хотелось бы. Но с другой стороны, я думаю, это тоже будет прогрессировать. Ну, последний вопрос про конференцию IT Non-Stop. Как ты ее оцениваешь, насколько она практически ценна для начинающих разработчиков, для людей, которые мечтают получить опыт в мире IT и реализовать себя как профессионал? Ну, тут как бы все очень просто. С одной стороны, на этих конференциях выступают, как правило, профессионалы очень высокого уровня, люди, которые занимаются этими вещами каждый день. С другой стороны, эти конференции бесплатны, что тоже очень большой плюс для студентов, для начинающих программистов, для программистов там со стажем. Вот. Ну и самое главное – это еще общение, потому что большое количество вопросов приходит не после выступления, а вот когда ты там идешь, и тебя останавливают, спрашивают, как, чего, куда, почему. В это время подходит еще какой-нибудь спикер, завязывается какая-нибудь беседа техническая. И вот эти моменты, они очень интересны, потому что очень много идей приходит для приложений, в том числе для тех, которые разрабатываем мы после IT Non-Stop конференции. Не после конкретно этой, она еще не закончилась, и мы сейчас еще будем это делать. А вот предыдущие, которые, да.